Итак, первый. Бибой Тони Роу готовится. Норд Даймонд. Значит, считают вольт и механизм. Мы ждем Смирнова. Нет, одна попытка. Кстати, всего лишь одна попытка, друзья. Одна, нет. Всего одна попытка. Друзья, всего одна попытка, мы задерживаемся на 2 часа. Или мы отменяем этот конкурс, или одна попытка! Давай начинаем. И мой воин.
Это был Колин и Степа. Степа, ты здесь? Нету. Фит. Ой, фит. Так, сейчас я поменяю бумажечку, потому что следующая номинация это будет лучший гелик. В лучшем гелике зарегистрировалось 30 участников. 30 участников в лучшем гелике. Но правила я вам уже говорил, напомню буквально прямо сейчас. 15 секунд. И кто больше геликов сделает за 15 секунд? То есть каждый скоростной гелик, точнее самый быстрый и самый скоростной гелик, будет оценен как лучший гелик. Итак, друзья, нам нужно больше места. Это же батл по гелику. Вдруг кого-нибудь...